Но вначале. Накануне в Архангельске горело деревянное нежилое здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 19:50. Возгорание почти в столетнем деревянном нежилом доме на улице Свободы началось на первом этаже и быстро перекинулось на второй этаж и кровлю. Деревяшка находилась в непосредственной близости от жилых домов. Возникла угроза дальнейшего распространения пламени. Причина возгорания выясняется. Это не первое возгорание в данном строении. После последнего перенесенного пожара окна и двери были заколочены для ограничения доступа посторонних. Но, как видно, это не помогло. Стоит отметить, что это не первый пожар в районе за последнее время.